Елисеевский портрет здесь. Да. А вы можете показать мне чек? Покажи, Алёш. Лёш, покажи чек. Не пришла смс-ка, да, наверное? Да, никакой смс-ка уже точно. Ну да. Да. Конечно. Парадная называется «Ромашка». Вход платный, но это того стоит. 130 рублей с человека. И можно увидеть такие чудеса. И даже такие. Звонить 3 раза. Здесь живут люди, двери им не дают менять, потому что все должно быть аутентично. Сейчас нам повезет, и мы увидим, как лифт спускается. А нет, как поднимается лифт. Оп-оп-оп. Двор такой колодезный. Мы тут не одни, ребята тоже ходят фотографироваться. Ой. А самое интересное, вот оно. Вот за это ее назвали ромашка. Видишь, какой, как цветок бело-желтый. Такая крыша. Весь Питер в одном подъезде. Собственно, вот и ромашка. Видишь, даже окна затонированы в цвет. Все, сейчас нас покормят еще. Чем? Ну, чем? За 130 рублей. А здесь уже живут, видишь. Еще одна парадная. Очень интересная. Такие вот. Импровизированные фонтанчики. Ну ровная же, ровная парадная. Смотри, какая лепнина. Очень неплохо. Время 13. Что, идем дальше? Открой, открой. Такой камин и кариатиды.
Очень интересная парадная. В окне очередной колодец. Да, Питер, конечно, может похвастаться действительно роскошными парадными. Здесь одно только ограждение стоит внимания. Такая вот интересная надпись. И после нее действительно неохота вставать с ногами на подоконник. Это вторая галерея дома. Здесь вполне так обычно себе подъезды, почти обычные. Галерея. Может, тут крыша открыта? Вот крыша, да? Давай, да нет, там все с замками. Не муляж?